Люди всегда сложнее, чем кажутся. Мне плевать на них, кто бы там ни был. Они никого не знают, ни принца Блипа, ни Майка. Ни последнего бомжа с улицы, никто не знает окружающих по-настоящему. Журналисты, на мой взгляд, убогие дурики, которым лишь бы поговорить о драке. Посмотрите, что они сами сделали. Кого они хоть раз побили, с кем трахались, голубые ли они, кто они вообще и кто их судит. Они могут облить меня грязью, потому что я мужик, я всего держу. Я был на самом дне, ниже не бывает. Они думают, что могут меня сломить. Эта куча фотографов-отсосов никогда они меня не свалят. Я был в тюрьме еще кое-где. Я настоящий рецидивист. Нет, потому что в тюрьме сидит куча гомиков, пидоров и слабаков. А люди попадают в тюрьму только потому, что они кретины и не умеют управлять своей жизнью. Это значит, что если ты попал в тюрьму, ты неплохой человек, а просто не ориентируешься в жизни на воле. И это не значит, что ты крут. Легко избить кого-нибудь 70-го, а слабо один на один. Как мужик с мужиком. Я вот могу себе попробовать. С красным, белым, мне все равно.